Всем огромнейший привет! Ну что, спасибо, что вы заглянули на мой канал. Ваша любимая рубрика, скажите, какая? Это рубрика, в которой мы открываем посылки. И на этот раз мне пришла посылка от моей подруги. Илюшка, покажи, какая она большая. Вот такая вот большая коробка от подруги, от Мариночки из Нижнего Новгорода. И мы сейчас только открыли скотчик, чтобы не терять ваше драгоценное время и, ну, не заглядывать. И теперь сейчас вместе с вами посмотрим, что же в этой посылке. А давай сначала мы откроем, им сначала покажем, а потом мы увидим. Ну давай. Вот, это давай. Что-то новенькое. Первые будут видеть только подписчики. Раз. Зрители вообще. Смотрите, что-то тут разваливается. Раз, два, три. Да. Вы видите? Что-то такое, ну я как бы вижу, что-то такое, что и непонятно. Давай первое, что мы будем рассматривать. Ага. В общем, получается так, что эта посылка посвящена моему предстоящему дню рождения. Ура! Вот такая вот открытка потрясная с котиком и с тортиками. А, с днем рождения! О-о-о. Ну, сначала я вам прочитаю то, что вот здесь написано от Союз Печати. Именно от открытия. Да, отдыхать и расслабляться, ни о чем не волноваться, не расти вширь от конфет, тортам, да, диетам нет. Так, ну и, конечно же, от Марины Жени. Дорогая Наталья, желаем удачи, везения, счастья, любви, здоровья. И еще раз здоровья. И денег. Твоей Жене и Марина. Спасибо огромное. Вот. Все вам показала. Класс, спасибочки. Следующее. Можно так, я? Ну давай будем уже ставь туда скрашку. Давай вот с этого пакета тоже. Постарайся. А, это... Не знаю. Нет, ничего нет. Это как на полу. Это упаковка. Это тоже. Упаковка. Давай, будем аккуратно. Самого маленького. Ну, давайте начнем. Кто давно на нашем канале, когда понимаешь, что посылка приходит с Нижнего Новгорода, то, наверное, уже заметили, и я даже знаю, конфеты. Что является традиционным в этой посылке. Конфеты. Но конфеты из Нижнего Новгорода бывают разные. И вкусные. На этот раз Богородский сувенир. Да. Уже такое пробовали. Да, мы уже такое пробовали. Вкусные конфеты. И всегда эта посылка, заметила, всегда пахнет так вкусно, когда в посылке есть конфеты, да? Следующее. Аккуратно. Ну как мне идет? Какая штука крутая, какой я буду крутой, да-да-да-дам. Посмотрите, это из бересты, вот такая вот безволка, ручной работы. Даже вон это. Вот с таким вот. А, тут раз отправляли ботинки. Ну, это не ботинки, а эти. Как это называется? Сейчас скажу. А тебе идет? А мне идет? А тебе как так много? У меня голова, похоже, больше, чем твоя. Ну, наверное. Потому что она мне даже не оделась. Да не оделась, а мне оделась. Так, еще раз вам покажу. То есть вот из бересты ручной работы. Вот такая вот бейсболка с цветком. Спасибо, у нас такого здесь чуда нет. Круто, ты не оделась, что ли? Почему я приоделась? А, вот следующее. Это чай какой-то, да? Да, это чай. Это не знаю. А, традиционный чай? Так, давайте. Упаковка. Красивая упаковка. Это откуда-то, похоже, привезено, потому что Марина с Женей любители путешествовать. Нет, тут что-то. А, нет, это не чай, это браслет. А такая упаковка была, как будто чай. Вот смотрите. Вот такой браслет. Но это мужской браслет. Ну, значит, это мне. Мы спросим, кому это. Подожди. Тебе или Максиму. Такой вот с якорьком. Браслет вот такой вот. А я так еще не вставлял. На, смотри, я пока буду что-нибудь доставать другое.
Так. Что там такое? Какая матрешка. Красота. И матрешка. Нижний Новгород, шкатулка. Ну вообще, бабамс, бабамс, бабамс. Так, и это у нас... А, это из Иерусалима вот такая вот иконка, которую можно, в принципе, заламинировать, носить с собой, да. И шнурок, и красная ниточка оттуда же, я знаю, что она привозила, поэтому надо повязать, носить на ручки. А, это как браслет. А, да, подожди-ка, так, сейчас вам покажу. Славится же промыслами. Ручная работа, похоже. Нижний Новгород, да, ой, красиво. Да, красиво очень, классно. Матрешечкой. Буду складывать сюда. И украшалочки. Вот такой красивый пакетик. И сейчас я что-то вяжу все. Давай-ка. Первая ширма. Кошелек. 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 Кошелек вот такой. А там еще кармашек есть. А ну, да, иногда не хватает. У меня в основном большие кошелечки не хватает. Ой, даже в кошельке денежка. Денежка. Ага. Какая-то интересная денежка. 5 рублей, Банк России, 2016 год. А с обратной стороны, смотрите, что нарисовано. Это у нас 22 сентября 1944 года. Таллин. Ну-ка, я еще не посмотрела. Кстати, я тоже собираю вот такие вот всякие штучки. А у нас вот такие яички там разные. Я нашел одну копейку с 1984 года. Так, и смотрите, еще вот такая вот декоративная дощечка. Вау. На которой написано Нижний Новгород. Нижний Новгород. Вот такая вот резьба. Это они вот так вырезают специальным оборудованием. Станки. Да. Да, станки. С этой стороны она беленькая, а с этой стороны и нижняя. Да, супер. Так, ну что, класс, кошелек такой нужен маленький, да, пригождается такой маленький. А ты ему показал какого года? Да, да, показал с другой стороны. Нет, 2016 тоже здесь написано. Рубль, Банк России. 5 рублей. Банк России 2016. Да, Таллин. Ну, нет. Классно. Классно. Хорошо, то, что я сказала открыть. Потом бы завидел. Ну что, надеюсь, вам было так же интересно, как и нам, открывать эту посылку. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопрос, пишите комментарии. Ну, а мы вас обнимаем очень крепко, целуем. И всем вам говорим пока-пока!